Ясно. Добрый вечер. День добрый. Что вас так много? КЗ. Нравится. Так, нас 3, 4, 5, 6, 7. 12 человек. Ты повышаешься на 9? Нас 14 человек. Тони. Да. Если я скинул 150к вчера и сегодня 150к, это считается как 300к и это будет 4 балла. Нужно разом скинуть ТК. Я вчера уже скинул 150. И сегодня хочу 150. Это будет считаться или... Спорно. Но, по-моему, нужно разом скидывать 300. Вы меня помните? Тони, а есть такое правило, как кинуть 150к на банк, и тебе будет 3 балла? Нету. Сколько надо на девятку? 80 баллов, да? Ну и еще сейчас сделаю 5 штучек или сколько там можно. Ну да, 5 РПшечек, а там и СС-очек будет. Так, а что за тренинг проводим? Сколько там СС-ка у вас? У всех одинаковая система вышли. О, меня интересует идти. Получается 6 баллов, да? Вроде бы. Есть анимка. 4 или 6, что такое было? Нет, анимка 6 вроде бы. Ну, да, 6 и по 5. Тут уже 30 баллов уже есть. Обязательно СС-ку? Ну, мне на девятку, чтобы побыстрее сделать на СС-ку. Ой, блядь. Чтобы на девятку сделать побыстрее, то мне СС надо сделать побыстрее. Да нет, не будем проводить тренировку в забег, это слишком как-то тупо. Я спросил у ТСР, какого вы обычно проводите тренировку? Они такие, ну забег, офигеть. Они уже год забег делают. Не-не-не, забег у нас это херня полная вообще. Забег – выносливость. Выносливость, чтобы бегать за преступниками, нормальная тренировка. Вокруг зоны будем бегать. Блин, как-то... Лучше тогда плавание. Там больше дыхалка разрабатывается, чем в беге. Слэш FPS лимит и все нормально. Можно вообще... Я всегда делаю, что спрашиваю сначала у сотрудников. Идем в совместную тренировку. Конечно же. А нельзя было сказать вместе с... Что за блядь? На какую тему? Я не знаю. Я хз. Бекс. Можно бег с препятствиями, конечно же. Это интереснее уже. Какие объекты? Железные.
Я не знаю вот систему армии. А у тебя много объектов? Я не взял вообще. А, ну много, значит. У меня 10. Ну блин, это 10 мало. А, блядь, я тоже хуй взял, сука. Пиздец. По песке будем заплывать, да? О, десант. Чёрт. Будет очень долго. Почему долго? Ну, звать. МЦА и так далее. Не десант, я думаю. Блин, я не туда написал. Можно выйти из строя и сделать скрин? Ты и так можешь. Не видно будет все. Я говорю, бег с... Нет, не бег с препятствиями, у меня у нас нет объектов. Нет, прыжки с парашюта, вы прыгаете на одну точку, а потом бежите до другой точки, то есть финиш. Плюс-минус. А если я сразу прыгну туда, куда надо? Что отправить? Плюс-минус? Тут нечестно и... не засчитают. Это неинтересно. Блять, заспаунятся сейчас, нет! Мне кажется, десант плюс освобождение заложника будет самое то. У нас не хватает мест для десанта. Ты что, заспаунилась? Да. А, нет. Десанта. Десант. А РП-шку обязательно имейте СС-шку? Нет. Просто за обычную РП-ху там 4 балла, и АЗТ плюс 2 балла, то есть 6. А можно такое просто скринить, как я делаю? В смысле просто скринить? Я не понимаю. Ну не надо там фотошопить и так далее. Когда С делаешь, надо? Это чё, блядь, наш там едет, блядь, дебил ёбаный, на буллете. А 4 балла будет за совместную РП-шку? 6 баллов. А если СС-шка, то 8? Это не СС. Направо. Опа, на! Камни направо. Направо, сюда. Направо, типа, врачуемся. Направо ко мне!
Кендыш, ко мне. Вы дурачки кругом давайте. Чё, это пиздец, что ли, не были? Я помню, как нас это в третьем классе вот вообще пили. Все путались, падали. В другую сторону, Ляха. Вообще-то все смотрят в ту сторону, вы не в ту сторону смотрите, товарищ солдат. Я все нормально смотрю, это вы не туда смотрите. Все правильно, вот Молли, вот. Ну, я первый сам встал, я знаю, где там право-лево, кругом зад. За мной и шагом марш, а не шагом марш. Да-да-да, я, давайте, я второй. Изи тренировочка, изи отчет, вообще изи работа. Давайте, фулл РПшники, мы должны показать, что ВД круче, чем... Это и так мы знаем. Надо брать автомат и стреляться. Ну, мне кажется, что вот в ПД намного веселее, чем в армии. В армии... В армии всегда было... А в ПД, ну, типа, вот эти патрули всякие, можно поубирать. Тони, по-моему, да ты тоже стоишь на армейке у нас, только в ЛВ. Не, я не стоял. Или кто-то из вашей, а мы там. Да, я тоже на ЛВПД, ой, на СФ стоял, я уже не знал, что делать в СФ-ке. И думал, брать этот ПСЖ называется. Кевин Сота стоял, Коди Сота был девяткой, а я был восьмеркой. Вот я как раз, мы с Кевином тоже были нормальные отношения. Я был Михаил Вебстер тогда. Я потом ты, стал... Ты помнишь этого, этот, как его, Стэнк Хилл, что ли, админ был еще у нас? Он тоже с лидерки армии ушел. Да, что-то помню. Хилл, знакомый автомат. Стил, да, что-то знакомый. А чем мы шагом идем? Где общий строй? Как же вовремя, красавчики. Я с фараоном, по-моему, как-то стоял тоже был. Я в армии долго пробыл, чуть ли не год. Пацаны, мы вас идем таким пешком? Да. ПД справа, армия слева также. Молодцы, просто 5 из 5 с меня премия в размере 2 миллионов каждого. Потом как они будут выглядеть на 20 или на 30. Сколько по ляму? Сколько по ляму, да? Да нет, столько не хватит. Сколько? А мы подождем, пока ночь будет, там два человека останется. Я буду всю ночь играть. Знаете, я такой зашел чисто купить тебе аксессуар, и вы такие мне будете. Премия, миллион. Да-да. Я представляю, у кого крашнет, интересно будет реакция. Да-да-да, я уже перевожу деньги, а у него крашит тамп, я такой, ну ладно. Так, кто начинает? Все Молли начинай первый. Ну? Да я говорю. Блядь, надо было первое, а я первый. Первые номера в первый вертолет, второй во второй. Куда ты пошел? Ну, первый! Сука! Я сказал четвертый! Третий! Я ж сказал! Третий! Сота, я отходил, что тут происходит? Кто-то попадется, но точно тут пипец получится. Сука! Я же говорю, всегда было. Кто первый, на второй считает, и всегда это было. Это как в этих
Там типа такой отрывок из фильма есть, из сериала. Солдаты, что ли, что-то. Мы наоборот идем. Что меня бьют, а? Сема, Тимоти. Ты скажи, второй или первый, ты какой по расчет? Где сказал? А я 31-й. Кто говорит, ты третий, кому выговор? Оба, да. Так, в смысле, там третий, вроде первый, второй, третий там был. Первый, второй. Серьезно? Да, тут было. Там вообще четвертый пацан сказал. Какой расчет-то закончен? Ты знаешь, я стажер ЧСВ. Давайте я возьму и просто расстреляю вертолет, да и все нахуй. Да, давай, ты уже расстреливай. Расстрел нахуй. Не, просто не. Просто мы возьмем, вот ПДшники возьмем, просто сядем и расстреляем всех вояк. Просто. Не, на изи. Просто можно взять и попросить вояк, чтобы они винтами нас всех зарезали, кира. Тогда будет хорошо. Они лопаты возьмут с каналом. Потом строятся прям. Они танки возьмут, да и все. Мы, блядь, БТР, блядь, возьмем нахуй. Пиздаем. Водой будем писать. Охренительно. Вот этот второй номер. Нам бы до БТР сначала добраться. Ну да. Шах, а не три и более. Я опять сделал. Я, ну что, это нормально. Взял три шага, сделал. Саша, тут один 47. Бум-бум-бум, ты меня... Нашел, чашел. Пацаны, аниме. Камхан, ну, ребят, что? Мы в десятнике записались. Тони. Ау. Камхак разрешен? Да. Я буду с помощью камхак, блядь, фу, ёпта. Это камхак-то, ёбаный. По вертолёту. Тони. 47-й АФК-ша без эскейпа. Можешь проверить его спокойно. Спросить, что ли. Боже, второй. Не, он не. А, стоп! Ну, может, просто пасать сходил, да и чё. Куда улетели? А, по очереди будем убираться. Не понял, куда нас... А, флешки и всё. Говорите, прощайте, блядь. Вас сын на плохие забирают, а. И ещё такой... Они вас в воздухе изнасилуют. Да. И с парашютом выпрыгнем, еще раз догонят и еще раз идем сильнее. Что они так далеко летят, я не понял. А там высота должна быть большая, чтобы нормально было. А вдруг парашют не раскроется? Раскроется, куда он здесь? После высадки ПЦР лететь. Я там знаю, просто... В армии экономят на парашютах, там у одного только на 5 человек будет. Смотри, залагал всё меню. А вертолёт же должен когда-то упасть? Там предел есть вроде. Сейчас в этот, в стратосферу улетит. Так, а серьезно, куда он летит еще? Уже нельзя. Да, куда они кирши полетели? С винтами одного. Там уже умирают пацаны, в смысле, вот. А мы летим, уже половина состава нет, но мы летим. Прыгать? Да прыгать, мы прыгнули! Погнал!
Я лечу бомбочка. Куда лететь? О, нет, смотри кадр. Смотрю кадр. Ой, вертолет полетел. Ой, парашют. А чё он так приземлился? Я вертолёт лечу. Ну, пацаны, чё, пацаны, моя очередь. Меня возьми. Кто уже полетел, ну, летал, не надо садиться, просто стой, станьте и стойте. Даже не обосрался. Сейчас я полечу. Просто, вот просто учись как надо, пока я живой. Сейчас мотор не заведется. Сейчас просто он пока лететь будем расстреливать в воздух, как тарелку. Не дай бог. Вы все будете уволены и нанесены в CSGOS. Хорошо. Нет, в CS Феникс. Хорошо. Нету такого Феникса. Такой уволился с СФПД, такой приходит. Уж один сидит, кусая рукой. Да сразу, это просто бан. Бан на IP по всей Аризоне. Сейчас я... Ой, а там... А что он будет? Он будет просто наверх подниматься максимально? Да. Да это долго. Там стажёр СФПД сдох. Ой, а я зачем в СФПД побежал? Когда наша очередь? Сука! Тони, ты нас покинул! Нет, мы не хотим в ТСР служить! Ну, пацаны, перевод автоматически. Нет! На пожизненно. Ой, у тебя через 3-2 минуты собеска. Поздравляю. Кого? Меня! Полиция, Саш. А. Ну ты там поднимайся. Ну я знаю, я уже отменил ее. Как-то ничего не будет. Ты что, отменил? Да. Нечестно. Ну пускай прыгают, что они там, блядь, встали, сука. Мы сейчас поднимаем. Кто знает идею, который может уволить из права? Я знаю Рон, который может уволить. Мне надо, мой друг у армии Лос-Сантос, а там лидера сняли, и он не может уволиться, хочет к нам. Нам он смотри, я лечу, я не сдох, ура! Птица, пацаны, это птица. Пацаны, смотрите. Тони, ты на бай, Это птица. А не, это вертолет. Пацаны, аниме, смотрите, сейчас шеф разбивает. Один раз. Из-за горы бежит. Одинокий рейнджер. Блядь, Брайан. Где у тебя черточка, сука? Вино уже сделал. Сейчас такой на голову падает на вертолет. Леха, ты купил МВД Хелпер премиум? Мне его дали за тестирование. Давно, еще до года два назад. Сейчас не дадут. Ну, давай. А сейчас вряд ли. Первый. Тони, у тебя сервер, кстати, не лагает сейчас? Сейчас нет. Вчера очень не лагает. Сейчас встают кто-то на это, то нет. Я сейчас. А можно по второму кругу полететь?
Я Блин, я уже хотел по четвертом лечить. Ну все, мы полетели, короче. Я во второй раз лечу. Найс. Вертолет не крутящимися пропеллерами летит. Сука, бля. Походу, то не понял, что он сейчас... Я попробую приземлиться прямо на вас. Но я думаю, это сложно. Если я сейчас полечу как камнем, я сейчас просто возьму и кью перепишу и все, чтобы не умереть. Тони, ты сразу даешь девятку, если набирает 80 баллов? Да, нет, обзон сначала. Тони. Зависит, сколько ты мне скинешь бабла на... На киви, если что, на карточку. Да-да-да. Я тебе могу скинуть 0 рублей. Не разбрасывайся. Это лидерка твоя. Сучка! Мы летим, сука, по воротам, нахуй. У меня парашют не выпал. Парашют не выпал мне. Ну что сказать? Я к вам прям на голову. О, тушка летит, смотри. А Оля как попал назад? Ладно. Да, пацаны, аниме! Я сдох. Да, хотите поржать, я прыгаю к ним. А, вот. Я сдох, пацаны, видели? Красиво, мало. Как ты говорил, парашют работает. Да, парашют-то. С 14-1, он очень часто работает. Ну что, Матахари сделать? Самого низу приземлиться. Все, можно идти в РТ. Тони, отпускай нас. В смысле отпускай? Я умер. Я разбился. Ладно, я разбился, сука. Не умер, не ходи. Ну, блядь. Подчиняйтесь генералу. Тони, я зайду, я прыгнул. Нормально. А, что тут генерал есть? Лоу. Нет, начальник. Начальник. А, это же сэр, начальник. Начальников. Там что? Наш раз? Кстати, Тони, мне сейчас дашь звание? Мне уже одобрили. Конечно. Пиздец. Ну что делать нам? Кто командует? Вами командует начальник тюрьмы Александр Петров. Ну, который там. Не могу, сэр, ну блядь. Он сказал, Тони. Что Тони Сото будет. Скажите, что мне надо было быстро отъехать в больницу и типа, сейчас я взял. Тупые! Тупые, кто там? Мы, короче, не скажем, что ты разбился, мы скажем, что ты очень резко лёг. Джон! Это ГГ, пацаны, здесь нету тачки. Джон, звони мне! Пацаны, приедьте за мной. А вот тачки же. Тоня, ты где? Я в больнице. Я уже заколебался. Кричите уже, что... Джон, наберись! Вот же. Я на такси приеду, все нормально. Да. Шеф едет на такси. Илья, блядь. Я чу. Когда не дали нажрать куда. Хотите, мы проведем этот парад парад автомобилей полицейских, как это называется? А, техники. Департамент. Вот он, кого-то играет. Где? Мы, блядь, стоим тут, ждем тебя. А, все, я уже еду. На такси?
Нет, на мотоцикле. На такси? Нет, на мотоцикле. Надо на такси. Ща, шеф один едет, короче, фулл РПшка. Я сейчас, как его, сбиваю. Ну, на стрелке. Миш, все, блядь, тренировка.